Ну, ко мне гости, а ты откажешь? Зови их сюда и зажигай свечи и неси все, что есть. Не знаю, Ибрагим Петрович. Проходите, гости дорогие. Садитесь. На этой неделе в званом ужине в борьбе за главный приз сойдутся поэт и певец, известный фотограф и парикмахер. Жесткая борьба, неожиданная ротация игроков и запрещенные приемы. Ну а что подать на стол, если нечем прикрыть зад? Это вы увидите прямо сейчас. Колдовство и страсти, интересные рецепты и яркие участники в ближайшие 5 дней только для вас. Вика, привет. Привет. Слушай, ты сегодня потрясающе. Спасибо, Вася. Все, это голод, я очень рада. Ну, даже по виду можно прям брать вот и просто показывать на выставке. Вот такое блюдо красивое. Ну, да, в соусе, карри, крылышки. Если честно сказать, пробовал первый раз. Этот вариант, который он предложил, в принципе, приемлем. Мне тоже он понравился. Потому что Сергей очень старался. Добрый вечер, господа и дамы. Вечер нам подаренный судьбой. Погрустим, порадуем, все вместе пожелаем с вами всем удачи в жизни непростой. Пусть удача, звон монет в кармане, нам друзей надежных не терять. Чтобы играть вино, в бокале не устало, и сбылось, о чем ты мог мечтать. Я ты. И стараться, мы друзей встречаем лица, дамы, господа, бонжур, привет. И пускай не слишком часто наши встречи не напрасны, и на миг забудем слово «нет». И пусть в жизни все не гладко, но сегодня без оглядки праздничный и солнечный денек принесет кому-то радость, а заботы и усталость улетят, как летний мотылек. Добрый вечер, господа и дамы, вечер нам подаренный судьбой. Погрустим, порадуем, все вместе пожелаем с вами всем удачи в жизни непростой. Ой-ой. Если люди слимки, то с ним по с ними по-слимски. А если человек культурный? Да, конечно, но сейчас просто крылья полетят в морду кому-то. Еще раз эта чмошница назовет меня свиньей. Я просто серьезно. Наши песни и в ненастье полетят, как письма счастья, и откроют двери из сердца. И ворвутся утром ранним самым верным предсказанием счастья и тепла. Ну а кто сейчас не с нами, пусть не парится делами, нам-то есть что преподать для вас. Прибегайте, прилетайте. Как в любой игре сразу получается, встречайте шанс, ведь есть управляй с нас. Добрый вечер, господа и дамы, вечер нам подаренный судьбой. Погрустим, порадуем, все вместе пожелаем с вами всем удачи в жизни непростой. Пусть удача, звон монет в кармане, нам друзей надежных не терять. Чтобы играть вино, в бокале не устало, и сбылось, о чем ты мог мечтать. Сегодня за ужинами только продолжат поэт и парикмахер, а также фотограф, певец и продюсер. Спасибо вам, добрые люди, что все веселый час вспомнили обо мне, забытым и одиноком. На юге Франции я миновал многие карнавалы, но ваш, кажется мне, еще забавнее и веселее тех. Ренаты кислые! Ой, кислый вино! Кислое вино! Огурцы тухлые! Ну да? Тухлые огурцы тухлые! И огурцы тухлые! Зашли слишком далеко. Стало быть, не друзья не велись ко мне в дом? Угадай! Вы люди? Вам кажется, что вы надели чужие личины? Нет, вы их сняли. Вы явились ко мне в своем подлинном естестве.
человека врага злее, нежели он сам. Да, от недруга можно укрыться, от дури своей куда скроешься, мечтатель, Дон Кишот. Да будет тебе, Ибрагим Петрович. Поехали лучше кататься. А выводы будем делать уже после программы. Если честно сказать, не понравилось. Ну, будем надеяться, что впечатление ошибочное.